Друзья, здравствуйте. Хочу вам представить нашего друга, соратника, коллегу Юлиана Косымовича Андоколова, мастера спорта международного класса, судью международной категории, представителя яркого, чайшего представителя Оренбургской школы бокса, то бишь северный, да, вот, который будет с нами сотрудничать, помогать нам. И вот так же, как мы проводим тренировки, подключается к нам, работая с ребятами, имеем возможность, то бишь, обхватить больше наших учеников, которые хотят прогрессировать, работать как на лапах, так и какие-то теоретические, практические, тактические моменты подсказать, помочь. Потому что один тренер, как говорится, хорошо, а если два, то это еще и несколько залов. К тому же, да, у нас еще появился дружественный зал в Пушкино. Пушкино, деревня Звягино, по-моему, да? Там большой спортивный комплекс. Большой спортивный комплекс. Наша дружественная организация, клуб «Чемпион». Так что вот тоже, если кто-то там в том районе живет, Пушкино и его окрестности, можно также обращаться, пробовать тренироваться к Юлиану Косымовичу. Спасибо, вот. Алексей. Все, ребята, давайте, поработайте. В боевой стойке, пока без челнока, прямой левый. Прямой левый, смотри, так вот движение. То есть набрали, так перенес из тела, хлестко выкинул, так хлестко кинул. Давай, встань, стойка, а. Вот без шага, шага не надо, пока пак накинул. Вот, да, вращение. Так еще вращение вот это движение ногой. О, отлично. Ага, не толкай, кидай. Хорошо. Да, и перед ударом, теперь не дергай, а спокойно, спокойно. Так, хлестко кинул. Ага. Не-не, смотри, бам, встал плотно на переднюю ногу, да, движение такое, да, движение, да, встал. Оп, изначально нога на носке, а в момент удара, так, и развернул левую, и развернул пятку. Нет, одновременно, так, с постановкой ноги и вращение. Во, да, теперь ты руку не оставляй, да, теперь кинул хлестко, запятнал. Оп, во, здорово, пойдет, хорошо. Хорошо, свободно, легче. Не врезай, легче. Ага. Хорошо. Ну-ка, правый. Правый, смотри, то же самое, да? С правой ноги без тела. Передача без тела. Так, хлестко кинул. Момент постановки ноги, кулак на цели. Так, так правую теперь пятку развернул. Ну-ка. Легко, не врезай. Да, теперь ты видишь, встал. А не встал, бьешь, а с моментом. С моментом касания передней ноги кулак на цели. Да, вот, вот это же. Да, вот. Ну-ка еще, вот, по воздуху, по воздуху, ну-ка по воздуху. Вот. Вот, теперь не вались вперед, не гнись, ну-ка. Ага, нет, еще раньше. Выкидывай руку, выкидывай кулак. Хорошо, не толкай. Ага, отлично. Вот, а покидал. Да, свободнее, свободнее. А локоть не поднимай. Локоть не поднимай. Кулаком. Вот, кулаком, да. Вот, отлично, не толкай. Дальше встань, дальше встань. Вот оттуда. Ага, хорошо. Да, не толкай, кидай. Вот, пойдет. Запятнал, ага. Хорошо. Ага, отдохни. Движение такое. Ты на правой ноге находишься. Начинаешь толкаться правой ногой, переносить вес тела на переднюю и выкидывать кулак. Вот. Замедлить действие вот так. Ча. Чуть побыстрее. Так. Да. Моментом касания пятки кулак на цель. Так вот это поймать надо. Да. А не так, что ты встал, потом бьешь или удар, потом перенос вес тела. Да. Да. Одновременно с переносом вес тела. Во. Ну-ка. Во. Давай. Вот это движение еще раз. Во. Руку левую на место. Левую подними. Левую руку подними. Во. Стоечку. Во. Отлично. Хорошо. Хорошо. Не толкай, кидай. Запятнай теперь. Так, хлестко запятнай. Не врезай, не надо жестко врезать. Так, запятнал кулаком. Во. Отлично. Ага, локоть теперь не поднимай. А есть, похоже. Да, чуть раньше выкидывай, раньше кулаком. Да, не толкай, не вались. Вот, оттуда. Не вались. Да, именно так, вращение. Бам, развернул плечи, таз развернул, туловище вокруг своей оси развернул. Ну-ка. Ага, свободней.
Хорошо. Во, похоже. Да, не толкай, не толкай. Так, вот, так, запятнал. Во, вот это, хлестка. Вот, хлестка, отлично. Отлично. Ага, локоть не поднимай. Хорошо. Ага. Толкай, не толкай, руку не оставляй. И на стоечку. Стойку стал. Опа, во. Не подходи, вот оттуда, не подходи ко мне, оттуда. Оттуда. Вот оттуда достань, да, за счет вращения, за счет выпрямленной руки, за счет выпрямленной руки. Вот движение такое. Вот, да, почти теперь. Вот, свободнее, не толкай. Ага, хорошо. Хорошо, похоже. Не вались теперь, плечи не заваливай. Во, отлично, вот сейчас похоже. Да, хорошо. Не шагай, не шагай, с места, с места. Во, не вались. Отлично. Отлично, похоже. Ага, хорошо. Еще двоечку. Да, двоечку. Спокойно, спокойно. Да, да. Под шаг левой ноги левый бьешь, под шаг правой правый бьешь. Назад, справа ноги вернулся движение. Да, да. Оп. Назад вернулся. Ну-ка, стойку встань. Двоечку, левый, правый. О, свободно. И назад шаг на шаг, вернулся назад. Оп, шаг назад, справа. Ага, свободно. Что, левый тоже кидай. Ага, не толкай, свободно. Дальше. Дальше выпрямил руку. Вот оттуда достань. Вот оттуда достань. Отлично. Не вались. Хорошо. Сейчас похоже. Есть. Похоже. Дальше, 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 дальше. Близко не подходи. Угу. Хорошо. Отлично. Дальше, дальше. Свободен. Есть. Похоже. Нет, правый, свободен. Нет, долго, долго, плечи. Два, раз, два, друг за другом. Да-да. Да-да. Развернул плечи, пятку развернул. Давай, подальше еще, ну-ка. Раз, два. Да, раз, два. Вот, да, левый, бей до конца. Ты левый не бьешь, левый, ты левый тоже ударил. Правый движение, то есть, да-да, два удара. И левый, и правый, ну-ка. Левый, не подходи. Просто за счет вращения, да-да. За счет вращения, ну-ка. Правый, да, побыстрее. Хорошо. Не вались. Отлично. Подальше. Ага. Хорошо. Все, хорошо. Все, спасибо.